Окей, всем привет, с вами Дар Риди. Россия. Так, мы Продолжаем. продолжаем играть в игру Forest, версия 0.15, Б, по-моему. Я что смеюсь, это? У тебя опять новый персонаж. Теперь ты, короче, такой мужик в очках. Негр, причем. Я умный, значит. Или подожди, или больше на мексиканца ты похож, да. У тебя усы, короче, и ты в очках. Маракасов только не хватает. Ой, кажется, я тебя ударил. Да не, мало, немножко, нормально. Как вы поняли, мы уже начинаем заново, потому что... Потому что... прошедшие да. Миссии. Там как нам тягостно пришлось, это мы не было, успели. Да, так что пришлось все начинать заново. В принципе, мы уже учимся на своих ошибках. Будем да. делать все по-другому. У нас есть план, то есть мы сейчас создадим какую-то оборону, создадим дом, огородим его забором. Ну, сейчас пока что. Делать. Так, мне кажется, надо быстрее все делать, потому что чтобы до ночи успеть. Да-да-да, я сейчас немножко полутаемся. Быстро облутаем. Не забудь взять эти платы, которые для бомбы, потому что они все в одном и том же месте. Где я стою сейчас? Так, подожди, сейчас подойду. Да-да-да, сейчас заберу. Так, камни нам тоже нужны, потом пригодятся. Я соберу сколько. Камни это обязательно. По максимуму. Потому что тут они точно пока есть. Сколько? 6 камней уже взял. Сколько? А, нет. 5 взял. В принципе, для начала нам хватит всех ресурсов, даже растений. Так, все, и пойдем. Вот батончиков, у меня 2 батончика, раз у меня больше было. А у меня батончиков как 6. У тебя как-то получше. Да. Поэтому придется... Слушай, можешь оленя не зарубить? Бэмби, давай. Бэмби, ага. Так, блин, через дерево пробежал. Я вообще достигну. Удар есть. Изи просто. Забираю мясо. Кстати, шкуру тоже как армор можно использовать. Не только барану. А, все, мне 4 куска мяса. Я думаю, мне хватит, чтобы поесть. Это вообще, то есть один кусок заполняет, по сути, весь желудок. Ну да. Так, ну что, нам надо сразу место найти. Все, надо быстрее уже. Идти. О, еще один олень, кстати. Еще 2 оленя. А зачем больше-то? А чё, пускай мясо будет? Да, я ладно, не успевай. У меня 4 есть, я думаю, мне пока нормально. А потом варану убью. Кстати, вот это место мне нравится, склон. Единственное, вот смотри, мы сейчас все в крови, мне кажется, надо помыться или... То есть от этого здоровья не тратится? Пишется обычно в чате, что типа у тебя может быть заражение, что-то в этом роде, но у меня крови нет, кстати. Вот у меня есть, он постоянно смотрит на руку, и она вся в крови. Ну, пойдем, пусть. Или ты хочешь где-нибудь в лесу построить? Да, пойдем пока сейчас прямо. Сейчас на чем-нибудь выйдем. По сути, даже может быть дождик он пойдет и кровь вся смоется. Кстати, тоже логично. Что-то погодка-то ясная, да. Ну да. Ладно, пока веточки буду собирать. Ну, в принципе, мы опять выходим на пляж. Я это вижу. Вот, не пляж, то уже это. По-моему, я слышал этот звук. Мы на их поселок нарвались. Да. Пойдем чекнем быстро. Слушай, а может их, короче, обнести? Мне уже нравится. Мне кажется, это будет долго, или... В принципе, да, большой будет квадрат лишь. Согласен. Ну, давай, в принципе, сейчас блутаем, тут должны быть веревки, я знаю. Слушай, а чё мы флайеры-то не использовали, когда на нас нападали? Кстати. Не подумал. Я думаю, они бы тоже как-то отпугивались. Да. Я нашел деньги, короче, батарейку. Камень. Слушай, такая страшная девушка на меня, короче, смотрит. О, блин. Ой, девушка. Красавица. А, упала, шумар. Да, ужас. Ужасно. Давай ее расчлени, выкидывай ее, чтоб ее. Хватит. Макияжа ей не хватает. Да, ты. Сейчас возьмем, что можем, короче, от нее. Жестокая игра.
жесточайшим. Так, все, я подобрал, все мог. Я тоже. Вон череп еще. А о, вот смотри, что. Голову, голову. Сейчас голову взял. О, ноги. Мочи. А, кстати, вода есть. А, да, надо помыться. А, ее пить можно, она питьевая, а не... Она грязная. Да-да-да. Я, в принципе, пока пить не хочу. Так, в воде... А, не, смотри, бага нет, уже нельзя ходить. Блин, кайфово вода смотрится, то есть такая прозрачная. Мне, кстати, наоборот, не нравится, что она такая сильно прозрачная, слишком не... Ну, нереалистично, да. Нереалистично, да. Просто издалека даже непонятно, что это вода. Ну да. Так, ладно, пойдем. Я думаю, что-то прохлаждаться стоит. Ой, я алоэ нашел. О, варан. Сейчас завалю его. Опять сикори у меня. Ну, пока развлекайся с вараном, я пойду потихоньку. Короче, он как-то почему-то убежал, варан. А он, беги за ним, он останавливается. Да он... Блин, туповато. Он затерялся, короче, где-то в кустах. Красавчик на меня вышел. Все-таки я, наверное, обратно побегу. Так, а чё, рядом с чем будем свой замок строить? Замок-то? Да пойдем пока подальше. Мне в лесу как-то стрёмно строить, ничего не видно. В лесу, да, мне кажется, это... Особенно ночь наступит, это вообще будет темень. Да-да-да. Нам нужно что-то более открытое место какое-то. Mm-hmm. Где это ловушки расставить можно. Да. Полянка красивая, но опять же в лесу, слышно. Рядом с берегом, да, мне кажется, будет нормально? Да, лучше рядом с берегом всего. Какой-то расчет берег довольно далековат. Да, ладно, я пока красное растение буду собирать сейчас заодно. Чилки. Что собрал? Я вот только у меня красный, Мэри Голд. А, о, кстати, я могу скрафтить уже себе эту медикамент. Да, шикарно вообще. Теперь у меня, слышишь, есть, короче, аптечка растительного вида. Это очень меня радует. Ты где, рядом? А ты сможешь воскрешать или только себя лечить? Не, могу вроде воскрешать. А, ну хорошо. Я вот алоэ нашел, наконец. О, шикарно. Мы, походу, на то же место вышли, потому что я палатку юзал. Ага. О, и корабль как раз. О, в натуре, мы как-то только обошли, в тот раз мы быстрее. Да, да. В тот раз мы вот с той стороны вышли, а сейчас мы. Вот раз самолет в другом месте упал. Вроде как. Ну хорошо, да, мне кажется, это хорошее место, только, блин, надо ошибки свои не делать, то есть не складировать трупаков. Еду нельзя складировать. Для аборигенов. Ладно, пойду тоже на кораблик. Я, кстати, хочу, чтобы зиму добавили в игру. Мне кажется, будет эпично смотреться. Мне единственное кажется то, что... Я не знаю, ну смотря где мы находимся, это же не Сибирь. Не, ну смотри, там... телефоны иногда показывают минус 20 по Цельсию. Да? А, ну да, в принципе, да, я думаю, это... В принципе, логично, да, не было. Знаешь, что это за... Судя, знаешь, по морским звездам и ласточкам, то есть... Мне сложно сказать, как. Вроде не тундра, и тундра какая-то. В общем, непонятно, где мы. Да. Ну, как России. Бы, и пляж как бы есть. Так, ну давай, я пойду потихоньку, наверное, уже начну. Так, ну давай, я пытаюсь, блин, забраться на эту палубу. Можно возвышенности делать. Блин, как ты залазишь? Я не знаю, я уже со всех боков пытаюсь. На лестницу там попробуй. Ладно, сейчас попробуем. Прыгай, прыгай. Хотя, по сути, я не знаю, что там важно. Там только череп и... Флайеры. Флайеры. Ну, флайеры у меня сколько? Два есть, по-моему. Почему я не могу просто нагнуться и это... Карабкаться. Попробуй как КС-ки к Enter надо. А, может попробую сейчас так. Так.
Ни хрена не получается. Ну достань, чем можешь, короче, и... Мы еще успеем до корабля дойти 100 раз, да? Ладно, короче, пофиг, я забил на это, поплыл на берег. У меня все есть, в принципе, так что... Есть я что? Пойду сейчас в поисках этого. Да, детка, я нашел его. Кого я нашел акваланг. Ух ты, круто. Так, так, так. А, подожди, где ты? Смотри, ему ник и единоник. О, далеко, сейчас. Так, хоть батончик один съем. Что-нибудь выпить надо. Окей, иду. Бегу. Давай. Даже. Так, птица. Птица, птица. Я пока не буду его брать, может, он один. Кто-то не увидишь тогда его. Почти добежал. Очень хорошо. А, он тут я всегда, да? Он? То есть этот акваланг. Ну, я второй раз уже нахожу, да, в этом месте. То есть карта, видимо, не сильно рандомная. Видишь? Ага, все, надел. Ну, шикарно, значит, я тоже могу одеть. Все, ну теперь, оп, правда, вот эта штукенция, правда, будет всегда теперь вроде. Вообще всегда? Это вроде, конечно, накаляет меня. Ну да, немножко так напрягает. Непривычно сначала. Ну, привыкнешь, поверь. Так, мне кажется, я не могу выбрать. Чувствуешь себя, не знаю, каким-то роботом, что ли? Да-да-да-да. Я сейчас чувствую этим, как его. Как его называли? Втором биошоке. Я даже... Я первый только вот собирался проходить. Рацию выключаем. Ух ты, у меня откуда-то это... А, кастрюлька появилась, я не помню, где я ее, конечно, подобрал. Случайно, наверное, вот. Кастрюля — это хорошо, конечно, ты можешь воду набирать. С собой носить. Так, у нас два красавца тут вообще. Оо, начинается. Пока пускай, ладно, они пока не агрятся вроде. Да, если будет нападать, то будем отбиваться. У нас тактика будет опять же защита. Так, а как мне... Блин. Все, парень накрасился, короче. Все, не будем его пока трогать, пускай валяется. Угу. И знаешь, что думаю, дом построить вот тут. На возвышенности? На возвышенности, да. То есть они не могут нам подойти с другой стороны. Ну да, это они со всех сторон бежали. Сейчас просто окружим какой-то кусочек скалы и... Только бревна, конечно, таскать далековато. Ну, придется чем-то жертвовать. Да. Либо здоровьем. Не знаю, не... Надеюсь, у нас это выгорит нормально, потому что... В тот раз опять мы не успели, потому что по времени не достроили. Слышь, давай сейчас... просто сейчас обнесем вот здесь вот. Тут растения спаунится, смотрите, отлично вообще. Вон уже есть лавочка самодельная. Ну, что-то. Да, тут так-то хорошее место. Мне нравится это дерево, оно, мне кажется. Ну да. Его спилить нельзя же? Был бы какой-нибудь бесконечное вот дерево. Сейчас давай просто обнесем вот этот маленький участок. Просто забором пока. Все, больше пока ничего не делать. Понял, да? Ты посмотри, где лес-то. Это знаешь, сколько нам бегать придется? Нет. Я да, тоже, конечно, в этом смысле я немножко не продумал. Не, ну можно тележку сделать вообще для леса. А давай тогда сделаем тележку и по это натаскаем бревна. Смотри, просто я не еще думал, вот смотри, вот тут же они могут забраться с этой стороны. Ищи. Так, а сейчас. Смотри, тут же они не могут забраться, правильно, сбоку? Ну да, вот они, по сути, только вот. Вот и вот так, смотри, вот так, я как иду сейчас, вот так сделаем забор. Вот я иду. Вот до сюда. Тут они не смогут сделать. Все, в принципе. Ну да. Просто будет прямой забор. А в тележке сколько можно переносить оленей? Не знаю, сейчас я посмотрю. Достаточно вроде. Так, есть стик-холдер, есть лок-холдер. Что надо строить? Так, ну что побольше перевозит? И не, просто есть как бы статичная, она все время стоит. Есть, которая возить может. Так я думаю, надо которую возить, потому что лес там... А я не знаю, как она правильно называется на английском. Наверное, вот это, я думаю. Нет.
Просто в одной из них должна быть ручка. Stick... Ты вот этот читаешь? Stick of Plants и... А, Stick to Plants? И Stick-Stick это... А, это палки. Другое? Палки. Нам нужно немножечко другое. Не, хочешь, можно для начала построить просто дом на дереве. А, дом на дереве? На ком? На этом? А, на этом я... Ну, сейчас попробуем, в принципе, чего нет. Сейчас попробуем. Да, то есть они, получается, аборигены не смогут к нам? Залезть они точно не смогут. Ну, походу, начинается вечер. Так, я и думал, тут нельзя построить. Так, кажется, у нас проблемы начинаются. Почему? Потому что мы ничего не построили до сих пор. Долго думаем. Так. Меньше как, больше дел. Все, пойдем быстрее в лес, короче, сейчас на дерево построим из 30 бревен. Я просто, ну, мы должны быстро их набрать. Как солнце только чуть-чуть сядет, то моментально ночь начнется. Мне кажется, мы как нубы играем. Да. Без понятия. Так, ну, все когда-то были нубами. Да? В определенной игре. Будем учиться, значит. Так, на любое дерево ты можешь поставить, надеюсь. Да, шикарно. Все, я нашел. Ты должен видеть. Ух ты, давай классно, быстрее. Да. Близ лежащий давай будем рубить. Так, давай каждое свое дерево, так что я не побыстрее. Слушай, а когда мы, интересно, построим этот дом, и дерево нельзя будет срубить? Тут я не знаю, вроде сломать-то можно как. И все развалится, да? Погоди, у нас веревка-то есть? Веревка вот. Нужна, да? Веревка есть у нас. Хорошо. Одна веревочка. Ну такой дом я еще не строил, не пробовал. Вот, сейчас попробуешь. Бревна взлетает в небеса. Из одного дерева получается 4 бревна. Из одного тут 4. О, ну в принципе это. Его не так сложно делать. Да. Еще быстро построим, должны по крайней мере. Да блин, что он не рубит дерево? Серые деревья не рубят. Да? Но есть такие деревья, которые не рубятся вообще. Ну я понял вот сейчас, только что. Типа небеси. Игровых. Блин, дождь, да, начался? Кстати, можешь кастрюлю вроде воды набрать, просто держать. Да, я вот думал об этом. У меня пока, кстати, не хочет пить. А вот он просто в руке ее держит, мне надо просто ждать? Вроде как я видел на видео, кстати. Да. И что, мне так долго держать? Я вот не вижу, что капельки капают. Я вот вижу. Секунд 30, короче, подожди, если ничего не будет, потому что не трать время. Я, короче, на солнце смотрю, оно дыряв. То есть оно просвечивается по краям. Может, ты дуршлаг взял? Да нет. Я стрю. Так, что-то слишком темно становится, мне становится страшно. Короче, дождик закончился, воды я не набрал. О, я же говорю, моментально сейчас ночь начнется. Вот, это жесть. Ничего, я думаю, успеем. Я надеюсь. Блин, темнеет мгновенно. Темнота пугает еще. Так, немножко осталось. Окей. Падает. Кстати, я не помню, так у Аланга свет, что ли, идет? Мне тоже кажется так. О, один пробежался. Двое? Где мой флайер? А, кстати, да, можно будет дерево срубить, потом где дом построим, будет просто дом. Без дерева. Что-то флайеры, они как-то плохо освещают. А хи, можешь поджечь, можешь? Кстати, да, можно было поджечь, а я уже все израсходовал.
Они, смотри, отступают, не идут там, где вот я кинул. А нет, идут. Так, чё, я не знаю, отвлекать, что у них тут? Ну их двое пока, я вижу. Так, у нас осталось, кстати, всего 10 бревен, почти 12. Почти закончили, надо, нам бы... Надо его размотать. Ты как-то быстро их убиваешь, мне почему-то так не получается. А у меня стамины полные. Ага, так, это тоже влияет, да? Да, конечно, на скорость удар. Так, я их кидаю подальше, чтобы на них... Сбегались. Так, осталось, да, немного. Осталось, да, немного, конечно. Так, вот одно бревно валяется, кстати, бесхозно. Еще одно дерево нашел поблизости. Давайте помогу. Буду медленный. Окей. Быстрее падает еще. Кстати, да, мне кажется, вдвоем самое то строить, потому что как раз нифига не летает. Жесть. Если так по башке прилетит, нафиг это жесть будет. Так, 9 осталось у нас. Это уже неплохо. Так, хорошо, пока их нету. Все понятно, кончилось у меня все. Кстати, да, от акваланга, то есть свет, он идет. Я вот к дереву подхожу, и оно, то есть, светится. Освещается. Кстати, можешь оленью шкуру на себя использовать. Ты будешь типа в оленей шкуре. Так, я что-то не вижу оленей шкуру у меня. Хотя олень-то я добывал. Мясо есть, а вот шкуру не видно. А, вон она рядом. А, нет. Она, правда, защиту не дает, но мне кажется, она типа дает, типа, ну, олени не боятся. О, смотри, я снял акваланг, вообще темно стало. А как сняло? Смотри, он, короче, рядом с рюкзаком. Вот сразу за рюкзаком будет акваланг. А, не, я лучше тогда со светом побегу. Лучше с ним, да. Это хорошая идея, то есть. У него свет идет, хорошо. Да, по крайней мере. По площади. Я вот реально, я снял, я был в лесу, было нормально все. Я снял акваланг, и это жесть была. Я не помню, где. Когда я посмотрел на берег, уже как-то, ну, какие-то просветы появились. Все, наша почевальня почти готова. Окей, дерево срубил. Все. Изи. Все доделали? Да. Так, отлично. Ну, просто складировать дерево-то. Можно даже что-нибудь построить, чтобы там складировать. Тогда попробуй. Попробуй залезть сначала. Ух ты, круто. Как ты поспокойнее стало. Конечно, спокойнее на дереве. Да. Теперь я полез. Так, окей, можно будет сохраниться. Ой, шикарно. Раньше, кстати, была не веревка, а дестранёнка. Веревка, мне кажется, получится, научится. Потому что на лестницу невозможно было залезть. Значит, старое обновление было. Все шикарно вообще. Даже запор не нужен, по сути. Ну да. Не, он все равно нужен, ну, пускай будет красиво смотреться. Так, что, ну, будем обносить это или все-таки верхушку? Ну да, сейчас можно, в принципе, заняться хоть чем, потому что апериген нас не достанут уже. Да. Мы сможем от них как-то спрятаться. Давай я сделаю, знаешь что? Подожди, я предлагал ловушки. Потому что если их пойдут много, мы сможем их первым сначала наловить, а уже с них уже можно будет какую-то эту пугало ставить. Ну да. Мы просто так их больше поймаем, а если мы будем убивать, они же нас тоже будут косячить. Ух ты, проливной важен такой дождь. Так. Хочешь поставить ловушки, которые... На них, которые? Да. Боюсь, не получится. Если-то мы можем только чучело поставить. Потому что ловушки... Где у нас ловушки-то вообще? У нас есть Animal. У нас есть... как его называют там? Ну, с бомбой который.
Растяжка растет. Ой, надо отойти. Слушай, я не знаю, я тазик держу, но у меня вода не набирается. Шурик, я отойду. Ага, да. Так, что у меня есть тут? Тазик, наверное, надо убрать. Так, возьмем топорик и пойдемте. Я не знаю, дерево добывать. Так, посмотрим, что вообще можно построить. Не знаю, что это. Давайте его построим, сделаем где-нибудь здесь. Пущай будет. Так, надо нарвать веточек. Это у нас не проблемно сделать. Так, акваланг. Точно надо одеть акваланг. Окей, так будет лучше. Аборигена, слава богу, нету. Это хорошо. Так, давайте посмотрим, сколько можно вообще веточек собрать. Сейчас заберем в инвентарь. 10 веточек, хорошо. Так, идем к нашей ловушке. Так надо два раза сделать. Благо, у нас веточки рядом. Окей, возвращаемся. Нужно покушать и попить водички. I'll be back. Окей, ладно. Потом, да, попозже? Сейчас, не сейчас, да, это. А, то есть серию заканчивать? Не, сейчас еще немножко их доделаем. А и... ты сам-то где? Тут. Ты вышел, что ли? Нет. Из игры. Я вот тебя не вижу. Давай еще раз просто пригласи меня по этому. Видимо, технически не палатка. Так, сейчас. А, вот, пригласить в игру. Окей, пригласил. Угу. Сейчас, думаю, еще день да, доживем и закончим. Пока что. Ну, давай. У-у-у. К нам гости. Так, мне еще надо веточку одну взять. Блин, еще одну, да. Сейчас придется мне долго бежать, чувствую. Кстати, я зато когда могу самолетик еще раз обуть.
Так, луна, по идее, садится. Это значит, день начинается. О, прям как предсказал. Да. Так, я, короче, построил что-то, и, походу, дело это ловушка, но это ловушка на животных. Ну, ты как было написано? Animal trap? Так, не знаю, не, ну я уже даже по виду это видно, что аборигенов такую не поймаешь. Ну, не суть, на животных тоже очень хорошо будет. Ну, да. Мы будем бегать. А, skills to plants. А, так, animal, да. Trap. Тут, по-моему, есть на акул, да, ловушки? Вот насчет акул не знаю, кстати, первый раз слышу. Вот я нажимаю на... Тут, короче... Это sharp trap должно называться. Rabbit gauge. Не, rabbit это кролик, sharp это акул. А, ну я просто на акулу вот нажал. Я подумал, это для акулы. Так, ну все, я бегу к нашей... точки дислокации. Я урон получается с высоты падает? А? Я говорю, урон получается с высоты, когда падаешь? А я не пробовал падать. А ты знаешь, слушай, я услышал такую фишку, если топор держать в обороне, ну, я не знаю, профикс или нет, то есть, ну, то есть, если будет у тебя топор в обороне, как бы, ты защищаешься им, и ты без разницы, хоть с какой вышки упадешь, ты не должен умереть. Ну вот это было в какой-то другой версии, не в 15-й. То ли в 14-й, то ли в 15-й. Я думаю, сможем все проверить. В принципе, все, да, все легенды. Я не знаю, да, давай попробую спрыгнуть. Ой-ой-ой. Я, короче, через текстуру провалился. Там был камень, я хотел на него залезть и прыгнуть, но не получилось. Камень-то был нарисованный, но... шагнув шаг вперед, я почему-то через него провалился. И опять. Забагованный камень. Это знаешь, мы потом сделаем, есть такое сооружение, беседка называется. Угу. С нее можно будет спокойно было. Вот, прикачать. Мне... Ну и, кстати, много багов, кстати, ну, есть, я знаю. Связано с полетами. Если может кто знает, там в комментах напишет. Так, и какие баги? А типа как ты взлетаешь, короче, там чуть ли не до небес. Ну, я вот к акуле подходил. А, и она, как, короче, почему-то подскочила, не знаю, тоже на метрах 5, наверное. Ну, деревья тоже, конечно, шикарно летают, когда дерево. Деревья, да, они прям взлетают, просто отпружинивают. Я вот и боюсь, что такая на тело упадет. Так, у нас тело валяется одно. Надо его отнести. Кайфово ты несешь. Делаешь вид, что ты что-то несешь. Так, а где складываю? Я буду складывать на пляжу, короче. Пускай они тут все будут бегать. Правильно? Да. Тотем. А вот это их не стоит, это... по идее нас должен пугать, по сути. Да, так, давай смотри, что мы можем еще успеть сейчас сделать за этот день. Что тогда, может, это будем, короче, облагораживать? Мне нравится, в принципе, домик. Да, мне тоже такого, тем более оно дерево, сейчас мы вокруг него срубили, ну, рядом, то есть деревьев кроме этого нет. А ну как-то это так, три бревна. Давай маленький заборчик будем делать. Так, ну давай. Вообще маленький, что так делается. Давай не будем заморачиваться, будем делать обычные из пяти просто базы. Да, простой, я думаю, тоже. Да. Ой. Квадратов, наверное, сколько будет? 9? Это 3 на 3? Или мало? 4 на 4? Ну, чтобы у нас должны грядки влезть и вешать, куда иду. Так, ну если 4 на 4, это будет сколько? Так, 16 на 5, 50, 80. Да. Ну, начнем. По идее, по 20 деревьев надо будет срубить. Все срубим. Не, давай, знаешь, на все-таки 3 на 3. А, не, всего 20, да? Всего 20, наверное, деревьев. Это по 10 деревьев каждому.
Ну да. Не, погоди. Если у нас будет одна... Давай из трех все-таки будем делать. Из трех? Да. Так, одна стена, одна сторона у нас будет 15. 15 бьем. Да-да-да. Так, не могу цепануть. Блин, только что был плюсик. Ух ты, кайфово. Что? Птичка, короче, на палец села. А, это-то да. Я зафоткал. Поставлю на этот. На АВА. Не, на видео поставлю, то есть это. Я понял. Кайфово. Стык не получается, но в принципе тоже ничего смотрится. Вот, нормально. Так, окей, я пойду пока деревья рубить. Да, давай, давай. Иди. Так, десятку мне хотя бы надо по-любому срубить. А, можно вообще акваланг снять в нем, потому что он все равно никак не помогает. Хотя не знаю, может он как оборону дает броню. Что-то я сомневаюсь. Так, неплохо. А, кстати, можно еще и пол сделать как раз. Пол тоже, да? Не знаю, у меня была такая только что кнопочка. Так, ну сделал можно будет. Потом еще. Я прям чисто впритык забор иду. Ну, проходит нормально, да? Али. Это я не подумал, конечно. Чальку сделал. Так, да и пофиг, мне кажется, зачем вот у нас это, одна сторона есть. Нормально, мне кажется. Тут ничего садить не будем, садить будем вот здесь. Ой, а что, деревню не могу подобрать? Можешь подобрать? Вот я могу. Так, ладно, одно срубил. Сейчас второе начну. Ой, блин, мне же надо поесть. А есть мне нечего. Так что надо... У тебя же мясо оленя. Да, надо костер развести. Да, разводить, в чем проблема. Ага. Не, вот у меня как раз 3 на 3 все получается нормально. Так. Самый простенький какой у нас вот этот. Так, берем мясо и жарим. Тебя пожарить? Да, пока не надо. Ну ладно, я тогда одно жарю. Ух ты, енот. Иди сюда. Хотя пофиг. Варана все-таки загорелся желанием поймать. Дерзай. Ой, блин, я это... Что-то я умираю, походу, дела. Что сделал? Из-за голода, наверное. Так, сейчас поедим. Ого, нормально. Желудок пустой был. Кстати, да, он полностью, то есть один кусок мяса полностью наполнил. Да, устанавливаю. Ну. По сути, эти батончики, это все не стоит много увлекаться этим. Лучше кусок мяса поесть. Лучше, да. Настоящая брутальная мужская еда. Называется выживание брутала. Так, ну теперь у меня есть силы, я могу рубить деревья. Что-то не строится. Да, все-таки это самое лучшее место, потому что я вот рублю деревья, я не прям к тебе. Да, скатываются. Да. Да, теперь нам нужно построить. У меня два красавца идут. А что нужно для ловушек аборигенов? Помимо вот деревьев, что нам не хватает? Ой, были... не знаю, сейчас есть, я посмотрю. У некоторых было только деревья, веревка. Веревка, да, нам нужна? Угу. Надо полутать эти багажи. Это все, да, это мы все успеем. Хотя
Хотя фиг его знает, тут вроде сейчас день, а через минуту ночь. Если ты за солнце не будешь следить. Пока оно вроде на высоте, то есть над нами, то я думаю, пока что нормально. Пока, то есть день у нас. Да, да, пока у нас. Кстати, небо серое. Не вижу. Вижу двух аборигенов. Ой, как хорошо, что он деревьев, ты понял? Все рядом, ну. Два аборигена, короче, смотри, они. Вижу. А почему я умираю-то? Может, я руки не помню? Может, отравление или будет? Отравление, ну. А у тебя есть какие-то надписи сбоку? Так. Слева, да, вот с левой стороны? Да, слева с нижней. Так, что-то Learn more about survival. Uh-huh. Press B to open survival book. А, тебе пишут, зачем? Открой книжку свою для выживания. Совет. Непонятный совет, конечно. Это Кэп, походу, писал совет. Ты можешь тебе глобрина поднять, видишь? Подожди. Что-то не валяется? Я, наверное, выпью одни таблетки, потому что у меня здоровье что-то. Давай. У меня их три. Съем одну. Может, подлечусь. Какое? Вот эти два. Или ты не видишь? Не, у меня нету их. Понятно. Бак. Да, так, пойдем дальше. Я их собрал, они как бы остались. А вон еще бревнышко. Вон, вижу два. Бери. Окей. Так, деревья нам еще вырубать и вырубать. Кстати, аборигены что, убежали? Я вот не понял, не заметил. Или ты их убил? Не, убежали. А, вон, да, они сзади. Они, короче, по... На вас они ждут, они ночью ждут. Ну, может быть, да. Энергия у меня. Есть такой вариант, то есть, ну это бомба нужна, короче. Они же по ночам пируют и где-нибудь подальше. То есть заманку? Да, такую заманку, а потом кинуть туда просто бомбу. Не, можно просто поставить эту растяжку, мы сами на нее ходим. А, ну или растяжку. А, ну да, растяжку поставить и туда где-нибудь рядом мясо наложить. Угу. Ты костер разжег? Да. Че, он подух? Не, еще не поджог. Пукан свой. Все-таки поджог. Просто его плохо видно немножко. Угу. Так, сейчас он немножко восстановит. Понял. А, это вот это, мы друг друга. Может, да, да. Так, значит, три стены уже готовы. Там еще и шаман с ними ходит. Причем они идут прямо, знаете, знаешь, как это. Как будто бы они уже не более цивилизованы, что ли, стали. Да-да-да. Они эволюционируют вместе с ними. И их трое ходят рядом, они, видимо, заметили этот. Что мы тут что-то делаем. Ну-ну-ну. И обходят так по периметру, изучают. Это разведка. Ты не понимаешь, это разведка. Они думают. Они устраивают планы, как ночью нападать. Хотя они так спокойно идут, да, они как будто бы... Типа, а знаешь, как назначать тебе? Типа, ну, да. Мы тут мимо проходим. Эй, соседи, привет. Все, у нас почти две стороны готовы.
О, к тебе бежит один, я вижу. А, нет, все, не бежит. Пошел, пошел, остановился. Передумал. Решил меня на десерт оставить, что у тебя. Ну, продатый, толстенький такой. Я чё, я костлявый негр. Мы почти достроили, это хорошо. Да, уже почти. В принципе, нам уже есть где выживать, то есть куда залезть. Слушай, а что, деревья заново вырастают? Не, вроде они не вырастают. Почему-то я, ну вот, вот такие молодые вот, я вот что-то не замечал, или мы срубили, я их заметил. Скорее всего, ты срубил. Потому что, как я, на своей памяти вроде ничего не вырастает больше. Даже когда перезайдем с тобой обратно, ну ладно. Все, так же осталось, да не, ничего. Что-то совсем чуть-чуть отнялось. Тоже более-менее цивильно выглядит все дело. Чё говоришь? Я говорю, более-менее цивильно выглядит уже домик. А, ну да, уже как-то. Ну и брёвышки камни сразу. Её шаман. Что он хоть и резкий стал со мной сразу. Резкий, дерзкий такой. Так, еще один. Слушай, они по деревьям лазят. Да ну нафиг. Он на меня с дерева смотрит. Иди сюда. Я не вижу. Иди ко мне. Рядом с тобой еще вот один. Он ходит. Перепрыгнул на дерево с дерева. Ни хрена себе. Паркур жесткий какой-то. Блин, их много тут. Я, конечно, знал, что они умеют это делать, но я ни разу не видел их. Слушай, они сходят с каким-то факелом, они могут наш дом просто нас выкурить оттуда? Не могут. Это хорошо. Все-таки домик на дерево — это самое лучшее. Это да. Самое безопасное. Не, ну когда мы будем строить уже большой, он все равно будет на земле стоять. Ну да, в принципе, это как бы для начала. То есть... это будет начальный наш. Мне кажется, для начала это самый хороший вариант. Да, это лучший просто вариант. Надо было так сразу делать. Да, надо было. Теперь будем знать. Да. Может, те люди, которые будут смотреть это видео, они тоже поймут это и... Да-да-да. Это полугайд такой. Да, это... Что нужно делать? Если вдруг окажетесь в лесу с голыми... Мужиками. А потом, да, потом можно просто, да, я с видео нарезку потом можно сделать и уже гайд такой создать. Да? Спокойно. Ой, котелка страшно. Наши села сами были. Так, что нам одна сторона осталась? Даже не сторона там. Осталось совсем. Угол. Так, это твоя ловушка, да, я так понимаю? Да, что там, ну ты не попался еще. А только ты видишь, скорее всего, то есть. Слушай, ну даже анимация перепрыгнем через ловушку и... Ёлки-палки, я... представь себе, он меня взял, поджег. Из... ни хрена он. Слушай, они на дереве, они могут на забор лазить. Я, короче, я залазил в домик. Потому что давай, я давай, реально... Я пошел за остатками бревнами. Четыре бревна надо, по идее, ты и я вот сейчас принесу и все. Или подлечиться надо, блин. Ну у меня две только осталось медикаментов. Потому что я боюсь, если... Потом как я воскрешать-то буду тебе? Ну, я водичку нашел. А у тебя есть медикаменты еще? У меня? Да, у меня есть 8. 8 целых? Угу. Нифига себе. Так, ну ладно, я думаю, я тогда 2 оставлю, чтобы мы лучше друг друга воскрешали, в крайнем случае.
Все, я допилил последнее дерево, которое нам нужно. Что я легко, конечно, убью, да? Так, мне надо опять костер разжечь, потому что я опять проголодался. Давай прям внутри жги, где-нибудь там в уголку, чтобы не сильно мешался. Все время будем об него поджигаться. Так, а ты куда далеко ты убежал? Да я от них убегал. Ага. Короче, я сейчас срублю дерево, все-таки надо достроить. Там осталось всего лишь вот как раз одно дерево. Сейчас как раз дорублю его. И все, по сути, мы уже будем в безопасности. Да. У меня уже последние силы. Уже можно будет о чем-нибудь думать дальше. Как раз под ночь, под вечер. Угу. Идеально. Что суперски. А солнце скрылось, так что сейчас. Через какие-то там. Какую-то минуту. Буквально уже. Через 3 минуты, да, уже будет. Да, глубокая ночь уже настать. Еще и ночь, еще и дождик. Ух ты, все? Все? Достроили? Так, 2 бревна тут кину. Так, мы закончили, одну грядку сделаю заодно. Грядки я тоже не видел, вот как. Построй. Так, не, я наверное, сейчас костер разожгу. Кстати, наверное, грядку я буду делать снаружи, чтобы она в доме не мешалась. Ничего. О, вижу, там двое ходит. Ты только выйди и посмотри. 5 точно там идут, все прям в ряд. Красавцы просто. Ну. Целая маленькая армия идет. Угу. Так, ладно, сейчас разожгу костер. У меня как раз 2 веточки. На следующий ряд, думаю, уже будем потихоньку расследовать мир. Ну да. Уже на вылазки выходить в лес. То есть да, по сути, мы уже все уже есть, имеется для выживания. Минимально пока у нас есть. Ладно, я пошел на улицу, поставлю грядку. Она будет вот сбоку. Или не, все-таки в дом, наверное, поставлю что-то такое. Да, нам надо еще водосборники понаделать. Это сделаем. Это уже, конечно, в следующий раз. Да. Ну все, я хотя бы поел. Пока основу мы сделаем. Кстати, я мясо съел, у меня все пополнилось. То есть. А, или нет, что-то я не заметил, мне. Жажда восполнилась, нет? Ничего, хорошо, видишь, у меня что-то это. Не чувствует жажды. Все, шикарно, у меня грядка готова. Так, ты где ее поставил? Я в уголку построил, теперь я посадил туда семена. Ты можешь тоже посадить, кстати, если у тебя есть семена. У меня кнопка есть появилась? Нажимай на нее. А, все, я посадил, да? Угу. То есть, получается, каждый для себя посадил? Да. А, ну круто. Все, теперь можно и забираться. И все, вот она, да, глубокая ночь. Можно сохраниться. Надо забираться, сохраняться, и уже в следующий раз будем все остальное делать. Ну. А это вылазки, и, скорее всего, будем делать запасы еды и воды. Уже об этом потом не думать. Так, ну все, идеально у нас получается. Да. Пока что. Ну, запускаем минимум ошибок. Ага, вон они, смотри, они это там шествуют. Ножа кошки. С фонариком. А, и кстати. Не знаю, если сейчас успеем, нет, но надо будет делать луки. А, лук можно делать? Лук можно делать. Я, кстати, даже не изучал свою книгу про выживание. Да. А, да, кстати, я уже сейчас могу сделать лук. А, не, нет, это не лук, к сожалению, я сделал палку с веревкой зачем-то. Она называется у меня Upgrade Stick. А, все. Все, понял, что надо делать. Есть веревка? Веревка? Да. По-моему, у меня нет веревки. Ну-ка. Смотри. С какой стороны она лежит? Она вверху справа. У меня вверху справа только камни, руки, голова, черепа. Я, в общем, себе сделал лук. Ну, мы тебе тоже сделаем, у меня есть еще одна веревка. А, у тебя то. А, ну круто. Ух ты! И? Здорово выглядит.
Замечательно. Я смогу дропнуть веревку тебе? Не, не могу. Не, иначе придется тебе веревку искать, и ты уже будешь сам себе делать лук. Угу. Уже можно будет, кстати, сверху как просто отстреливать. А, ну это здорово, да. Это будет вообще шикарно. Ну все, в принципе, я думаю, можно на этом заканчивать уже. Ага, окей. А, вот такой вот у нас был летсплей. Мне кажется, было интересно. Полугайд, общем, опять. Ну да. С вами был Даридий. И... Всем пока. Всем пока. До скорого.